отличным настроением обеспечим. Всем сегодня будет хорошо. Всем, кто в гости к нам пришел, в интернете нас нашел или на ICTV изобрел. Сегодня пятница, а завтра выходной. Сегодня каждый хоть немного холостой. Мы собираем у экрана всю страну. И не одну, я вам скажу. Если что не так, простите, извините. Обязательно нам в комментах пишите. А пока что новый выпуск посмотрите. Ну чё сидите? Зацепила страну, и притом не одну. Всех заставила ржать, танцевать, угорать. Зацепила людей, море наших идей. Будет дальше цеплять, удивлять, развлекать. Не дадим вам скучать. Дэнг, дэнг. Круче песни, лучше шутки. Я не вижу ваши руки. Дизель-шоу, это просто класс. Мы станцуем и споем, до экстаза доведем. Дизель, это праздник в каждый дом. Я в это шоу окунулся с головой. Я здесь недавно, но уже почти что свой. Тут нет границы, все актеры по любви. И потому тут все свои. Наше шоу без политики и сплетен. Обожают нас и взрослые, и дети. Миллионы смотрят шоу в интернете. По всей планете. Зацепила тебя, зацепила меня, зацепила его. Отпустить не смогло. Будем дальше цеплять, веселить и гулять. Не дадим вам скучать, все пора начинать. Союз! Шоу. Удивительное совпадение. Проплаченный митинг Путан закончился ровно через час. Когда мужчина в первый раз вызывает Путану домой, то он не всегда знает, что с ней делать. У нас, похоже, именно такая ситуация. Агентство «Интим Плюс», администратор Багира, слушаю вас. Здравствуйте, Багира. Извините, не знаю вашего отчества. Это Евгений, улица Вишневая, дом 15. Я уточнить по заказику своему. Боже мой, Евгений, вы уже третий раз за 10 минут звоните. Ну, выехала к вам девочка, блондинка, зовут Виолетта. Да, вы сказали 10 минут, а ее уже 11 минут нету. Ой, кажется, идет. Одну секундочку. Открыто! Ты Виолетту вызывал? Здесь, наверное, какая-то ошибка. Дело в том, что девушка абсолютно не похожа на ту, что на фотографии была. И вообще у меня такое ощущение, что это он. Вы разберитесь, пожалуйста, там со своими работниками. Вот, поговорите, пожалуйста. Алло, да, это я. Я на месте. Что давай. Что значит я? Что значит на месте? Знаете что? Я на вас жаловаться буду. Я на вас в суд подам. Ты в первый раз, что ли? Да. Понятно. Виа, заходи. Вот твоя Виолетта. Вы извините меня, пожалуйста. Бабки давай. Я действительно первый раз. Я... Вот. А. Скажите, а вы с нами будете? Ты что, дурик, что ли? Чпок. Чего? Ой, Евгений Михайлович, чпок. Ну, чпок, готовься чпокаться.
Как закончите, мамке сразу звони. Извините, пожалуйста, а это обязательное условие? Какое? Ну, родителям звонить после... Нет, ты не чпок, ты дурик. Давай, если что, я рядом. Ага. Ну, привет, мой свет. Ну что, где? Тут, в спальне, в ванной. А это что, мы уже начали, да? Мы сейчас уже закончим. Ты что, уже все, что ли? Что это все? Я еще могу. Ну, давай. Чувак, слышишь, может, мы выпьем, а? Чё ты трусишься? Есть что выпить? Узвар, компот. А покрепче ничего нету? Есть квас. Я про алкашку, дурашка. Ой, вы знаете, алкоголь в комнате у родителей, а я без спросу не имею права. Ты типа с родителями живешь, что ли? Чё это с родителями? У меня отдельная комната. Родители уехали на дачу. Вот я и решил скрасить свой досуг. Ну ладно, давай. Разогреем сейчас твой досуг, пока отопление не дали, а? Ёлки-палки. Что случилось-то? У тебя что, вот это вот в первый раз, что ли? Что это в первый? Второй? Первый раз был, когда вы ногу на диван ставили. Ясно. Ну давай, распечатаем тебя быстренько, а я пойду. А, может быть, познакомимся сначала поближе? Ну, я и предлагаю, поближе. Я имею в виду поговорить там. Ты что, меня разговорами хочешь завтра? Хотя, дело твое, время идет. Давай, рассказывай, кем работаешь? А я школьный учитель. А, интересно, да. А вы кем работаете? Завуч. По воспитательной работе. Извините, я имел в виду, кем вы планировали работать. Я вообще работать, честно говоря, не планировала. А как вы выбрали эту профессию? Это не я, это она меня выбрала. Сначала я не поступила в институт, а потом поступила плохо. И все, я в профессию. Здорово. Ну? А давайте сменим тему. Ну, наконец-то. А какую музыку вы любите? Слушай, ну ты задолбал. Музыку вообще не я выбираю. А бывает разное. Бывает там под шансон, бывает под рок. А один раз, прикинь, под мультик было. Как? Вот и третий. А, ну так что, я могу выбрать музыку? Ну давай же. Хорошо. Слышишь, чувак, под эту музыку секс можно только хоронить. Может, у тебя есть что-то посовременнее там? Намек понял. Слушай, чувак, давай просто телек посмотрим. У меня родительский контроль. Ясно. Ну, извините. Тогда не знаю. А давайте я вам свою коллекцию марок покажу. Слушай, давай я тебе уже кое-что покажу. Это кто, ваш коллега? Да, вроде рано еще. А кто это может быть? Интересно. Ай, боже, боже, родители приехали. Что? Они же сказали утром, боже, что делать, что делать, что делать. Идите, скажите, что меня нету дома. Стойте, думай.
быстро прыгать из балкона. Ты чего, дурак, что ли? Если моя мама узнает, кто вы, она нас обоих с балкона сбросит. Я не буду прыгать, я ноги поломаю, чем я работать буду? Быстро с балкона, быстро! Дурак, что ж, не буду я прыгать с балкона, я тебе сказал, не буду, я тебе сказал. Здрасте. Мама, это не то, что ты подумала. А что тут думать? Тут, по-моему, все предельно ясно. Олег, твой сын привел домой свою девочку. Ну, наконец-то! Я уж думал, он гей. Дайте я ее расцелую. Не надо, папа, ее целовать. Собственник. И девочка уже уходит. Как уже уходит? Поздно же уже. Женечка, она останется у нас на ночь. Мама, на ночь это очень дорого. Женя, ну какое дорого, о чем ты говоришь? В кои-то веки у тебя появилась девочка, а ты мелочишься. Олег, открываем шампанское, будем праздновать, да? Какое шампанское? Правильно, давайте трахнем беленькую. Не, ну, мне как бы не принципиально. Вот это наш человек. Мать, можно разок? А, сегодня можно. Слышь, чувак, ну у тебя семейка. Со свадьбой тянуть не будем. Так, будете жить у нас. Эту квартиру мы подарим вам. Правда, папочка? Правда. А сами на дачу. Да. Папа! Давайте я вас все расцелую. Не надо. Женечка, может быть, ты все-таки представишь нам свою девушку? Виолетта я. Но вы можете меня называть просто доча. Доча, так доча. Приятно. У меня никогда не было дочери, боже. А давно вы познакомились? Да, собственно говоря, недавно где-то вот. Вот это молодежь современная. Все у них бегом, бегом, трах, бах. Да. Прикинь, мать, некоторые после секса знакомятся. Некоторые даже во время. Некоторые даже с родителями во время. Виолеточка, а кем вы работаете? Ой, кем я только не работала. И учительницей, и полицейской. Даже один раз с собачкой была. Аниматор она. Да по работе. Да? Час 200, 2 400, ночь 500. Ага, аниматоры хорошо зарабатывают. Да. В долларах, конечно. В Кончезаспе аниматором. У очень богатых ребятишек. Доча. Папа. А я медсестрой работаю. Ой, я тоже несколько раз медсестрой была. Значит, мы коллеги-бюджетники. Да, только бюджеты у нас разные. Ой, у нас бюджетников такие проблемы. Все нас и в хвост, и в гриву, ну вы знаете. Ой, знаю, мама, знаю. А папа у нас полковник полиции. Свекр-мент. Бабам на работе расскажу, порвутся. Так, Женечка. А ты делал Виолетте предложение? Мама. Не мамкой. Вы без кольца отсюда не уйдете. Мама, у меня нету никакого кольца. Есть кольцо. Что бы ты без своей мамы делал? Вот семейная реликвия. Мне досталась от прабабушки. Переходит по наследству. Мама, не надо. Да. Надо, мама, надо. Жене, надо. Давай. Давай, как положено, на колени, а то все я да я. На. Моя дорогая Виолетта. Дожила, дожила. Нет, моя очень дорогая Виолетта. Да, не дешевая. Ай. Забирайте это кольцо и уходите, я вас умоляю. Да? Ну ладно, я пошла. Как?
уже уходите? Виолеточка, останьтесь. Дайте мне на вас полюбоваться. Вы знаете, когда я смотрю на вас, я думаю о том, что и я такой же была в молодости. Нет, мама. Такой ты точно в молодости не была. Много ты о своей маме знаешь. А вот папочка наш знает. Папочка, расскажи детям, как мы познакомились. О, еду я, значит, по окружной. Возле Житомирки. Стоит моя Маринка. Худющая! Ноги спички. Замерзла вся, волосики на ветру развиваются. Подождите, это там, где заправка? Ну? Я тоже там начинала. Правда? Тоже булочками торговали? Можно и так сказать. Булочками там, дыньками. Мама, мне нужно тебе признаться. Дело в том, что Виолетта... Курит! Курю я, мама. Женечка, ну это не самый большой грех. Главное, что девочка такая честная, открытая. Очень открытая, прям нараспашку. Душа. Подождите, подождите, ребята. Вы когда расписываться планировали? Мама, мы вообще не планировали расписываться. Так, вы эти гражданские браки бросьте. Все как у людей будет. Свадьба, мальчишник. Я тебе дам мальчишник. А чего? Виолеточка. Если бы вы только знали, чем они на этих мальчишниках занимаются. Могу только догадываться. Так, давайте сядем. Что стоим? Нога, правда, нет. Давайте сядем. Боже, как я рада. Ох, детки, заживем мы с вами. Это ж на даче еще одни рабочие руки появятся. У нас там красотища. Но работать надо. Вот этот с утра как раком стал, так до вечера и не разгибаешься. Ну, что ты пугаешь девочку? Ой, ладно, мне не привыкать. Виолеточка, извините, такой вопрос. А как у вас с религией? Нормуль у меня с религией. Я каждый четверг приезжаю к батюшке. Иногда он ко мне. Молодец. Хорошо, хорошо. Виолеточка, а вы не хотите посмотреть Женины детские фотографии? Я сейчас принесу и вам все покажу, все покажу. Подождите меня, подождите. А я за беленькой. Виолетта, я умоляю вас, уходите. Ага, сейчас. Что вам еще надо? Вот. Вот. Здесь все мои сбережения. Берите и уходите. Что ты мне за свинью подсовываешь? Мне тут, походу, хата светит. Да я тебе... Мама, где вы там? Иду, иду, Виолетточка, иду, несу, несу, несу. Фотографии, вот, присаживайтесь. Да. Вот, посмотрите, какой он у меня красавчик. Маленький, пухленький, голенький. У меня тоже есть голенькие фотографии на сайте. Только я там уже взросленькая. А, шутит. С юмором, девочка. С юмором, да. Зато вы послушайте, как красиво звучит. Виолетта Чпок. Я у многих, кстати, в телефоне так и записана. Виолеточка, пока нас не слышат мужчины, хочу спросить, а у вас до Женечки кто-нибудь был? Не, ну так, что вообще вот так вот серьезно? Никого. Никогда. Он у меня первый. Боже, Женечка, как тебе повезло. Несказанно, мамочка. Скажите, пожалуйста, а как именно вы познакомились? Ну, а я просто ее вызвал, она приехала. Это была судьба. Должна была приехать Снежана, но она была на другом объекте. Ну, наверное, что у аниматоров тоже есть ротация. Ротация у нас, кстати, тоже есть в программе. Ну что так долго? Вы что тут сватаетесь? Женечка, а это кто? Это? Ага. Это ее... Папик! Папа! О. Мой родной и дорогой! Узнал, что его дочь тут остается ночевать и решил прийти познакомиться. Ну правильно, надо ж посмотреть, что за люди. Да какая семья? Ну, что это за хрен? Полковник полиции! Олег Петрович,
Иван Федорович Крузенштерн. Капитан третьего раза. А, моряки? Гип-гип? Гип-гип. Подводник, наверное. Дочь моя. Да, папа мой. А ты работать собираешься? Там клиенты ждут. А я уже все. Я уже не могу. Я замуж выхожу. О, будете сами там анимировать. Ты что с ней сделал, чпок? Иван Федорович очаровал. Слышь, отморозок, ты чё машину заглушил и ключи забрал? Я там уже задубла. Женечка, а это кто? А это ее? Мамочка! Да какая мамочка? Это реально наша мамочка. Боже, а я смотрю, как вы похожи. Так что ж то, вся большая семья вместе. Да. Давайте сфотографируемся. Конечно, конечно, папа. Так, а ну что здесь происходит? Ч-ч-ч, это ментовская хата, не палимся. Ёй. Доча! Мать! Гип-гип! Идиллия прямо. Идите быстрее к нам. Сейчас сфотографируемся. Так, Женечка, бери Виолетту под руку. Становимся красиво. Папочка, иди сюда. Ага. Все красиво. А все так от... Да-да-да-да. А вот так от... Три, два, один. Дорогие сваты и Виолетта, от всей души приглашаем вас к нам на дачу на выходные. Ну, за троих на выходные, это вам в копеечку выльется. Все, мне надоел цирк. Мама, неужели ты не поняла, кто такая Виолетта? Женя, я все поняла. Ну, такая профессия у девочки. Аниматоры ведь тоже люди. Да. Мама, ты не поняла, этот мужик... Сутенер, ну? Это хозяйка борделя. Ну, теперь тебе понятно? Понятно, Женечка, что родителей не выбирают. Все на дачу! Все более популярной становится поговорка. У работников Киевской прокуратуры глаз алмаз. В последнее время дело бриллиантовых прокуроров снова набирает обороты. Итак, история одного обыска. Да. Оставаться на своих местах! Это отдел по борьбе с коррупцией! Вы имеете Сколько право хранить вы... молчание. Все, что вы сказали... Чай, кофе, новые должности? Ну, вы пока думайте, мне нужен телефон, мне разговор закончить. Ну-ну, ты говоришь, 20 соток на берегу моря. А почему так дорого? Княжеский дворец? Слушай, ну, давай два. Да, покупаем, покупаем. На чем мы остановились? Отдел по борьбе с коррупцией. Так. Вы имеете право на адвоката. А что вы как-то скуксились? Вот начали так хорошо, бодро, а сейчас что-то бе-бе-бе-бе-бе-бе. Да просто вы как-то странно реагируете. Обычно, когда мы забегаем, люди начинают в панике. Деньги есть, документы, а вы как-то... А я наелся. Прям до изжоги, вы знаете, ребята. Так, мы год за вами следили. Так. У нас есть оперативная запись, пожалуйста. Ну-ка. Так а скажите, сколько надо заплатить, чтобы закрыть дело Коняева? Труханов, да? Коняева, это будет... Это я. Обычно по такси 10 тысяч долларов. Да? А что вы так смотрите? Да, дешево, но дело клевое было, вы знаете, ребята. Вот когда я взял 15 миллионов по курсу 8, о, вот это было, конечно. То есть сейчас вы подтверждаете факт взятки? Конечно, это все-таки рекорд, который никто не перебил. Вы что, ребята, не выписываете вестник прокуратуры, что ли? Какой вестник? Какую прокуратуру? Сейчас, одну секундочку, ребята, жена звонит. Вы тут обыскиваете, обыскиваете. Да-да, что тебе нужно? Гривны? А ты где? Дома? Тогда поднимайся на пятый этаж.
А, только три этажа? Ой, слушай, а ты где? А, в квартире? Подожди, в каком городе? А, район? А это тот дом, в котором мы все квартиры купили? Понял, да. Слушай, а что видишь перед собой? Моя золотая статуя. Ну так это в каждой квартире. Что еще? Вертолетная площадка. Все понял, сориентировала. Значит, идешь сейчас по коридору, там будет золотая комната. Ты ее проходишь. Потом будет янтарная, ты ее тоже проходишь. Там будет кладовка. Не-не-не-не, эти деньги не бери. Это для камина, это меченые. Вот, видишь, сейф? Да-да-да-да-да. Код, дата моей первой взятки. Все, целую, давай, пока. Ну что, ребята, как успехи? Есть успехи. Так. Мы тут посчитали, здесь 3 миллиона гривен. Ровно? Да. Спасибо, ребята, что посчитали, никак руки не доходят. Слушайте, а можете еще вот этот пакет с рублями посчитать? А зачем вам российские рубли? А что, прокуроры не люди, что ли? Вы что, думаете, мы в туалет не ходим? Так, так. Мы вам подкинули меченые купюры. Где эта пачка? Да, да, сейчас где-то... Вот же она, стол подпер. А то, знаете ли, шатается, а на новый стол в бюджете денег нет. Ну? Вы взяточник! И? Думаете, на вас управы нет? Управа есть. Так. Пишите. Так. В лесу есть дуб. Ага. В дубе дупло. Дупло. Ага. В дупле сундук. Сундук. В сундуке утка, в утке заяц, в зайце яйцо. И в яйце компромат на меня. Мы передадим дело в суд. Какой? В Печерский. Брату. В Шевченковский. Свату. Областной. Куму. А в Украине много областей. Да. Например? Черниговская. Ай! Не люблю с тещей договариваться, но придется, придется. Так. Вот это хорошо. Это что такое? Это, ребят, не вам, это на залог. 4 чемодана? Да, мне обещали, что меня будут 4 раза арестовывать и 4 раза отпускать под залог. А мы сделаем так, что вас не отпустят, потому что в стране должен быть закон и порядок. Вот это правильно. Я тоже за порядок. Здравствуйте. Ой. Что? Я позже зайду. Да нет, о чем вы говорите? Это антикоррупционный отдел. У них там какая-то операция. Ну, что вы хотели? Я хотел вот деньги, чтобы закрыть дело. Какое дело? А то я сейчас деньги возьму, дело не то закрою, да? А потом будет бардак. А нам нужен порядок, правильно, ребята? Да, да. Нет. Что вы себе позволяете? Ребята, я же вам не мешал. Вот и вы мне не мешайте, пожалуйста. Какое дело? Селезнёва. Селезнёва. Все хорошо. Все, идите, все будет в порядке. Ну-ну, продолжим. Мало того, что вы взяточник, да? Вы еще и преступников покрываете. Да! Каких? Ну-ка, расскажите. Ваш сын, да, сбил пешехода. Ну? Что ему было за это? Ну что, отругал его, всыпал по первое число. И отпустил, он же ни в чем не виноват. Как отпустил? Как не виноват? Ну а в чем виноват человек, если он просто переходил дорогу? Ну? Егор Григорьевич, да? Вам тут передали? Да. Так, стоп! Что в коробке? Заинтересовались? Тогда давайте сначала. Яночка, давай. Таран-тан-тан-таран-т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 ан
Да тут и думать нечего. Там доллары ворованные. Это окончательный ответ? Да. Вы поддерживаете? Да. Очень интересно. А вот и нет, ворованные евро. И приз уходит прокурору в Киевскую область. Так, хватит. Да-да, скажите, хватит, чтобы не несли сегодня. Ну-ну, договариваться давайте. Вы кем хотели стать в детстве? Полицейским. Нет, с вами не получится. А вы? Космонавтом. Поздравляю! Завтра у вас первый полет с Байконура в 8 утра! Вы что, деньги предлагаете? О, а за догадливость вот еще и бонус! Ну? Это ж сколько здесь? Ну, где-то 140-150 лет вашей месячной зарплаты, ребята. Какая разница, сколько там, это взятка? Нет, это не взятка, это другая жизнь.
Ты что, не понимаешь, он нас проверяет, да? Да. Ну, если это не проверка, я тебе этого никогда не прощу. Заберите ваши деньги. О, а это поступок. Честность нужно поощрять. Ну-ка, давайте-ка я вам напишу сейчас повинную. Пишите. Кого брали, сколько брали, кому давали. За время своей службы так. Я брал взятки в размере 1-0-0-0-0-0-0-0. Дайте листик вот этот, пожалуйста. 0-0-0-0. Ага, спасибо. Вы присаживайтесь, это надолго. 0-0-0-0-0. Так, вы издеваетесь над нами? Немножко. Вам придется проехать с нами. К сожалению, не могу. Почему? Не хочу. Как это? Егор Григорьевич. Вот, пожалуйста, смотрите. Это справка о том, что у меня в данный момент инфаркт. Вот это. Я сейчас прохожу реабилитацию. А это подтверждение иностранных специалистов. Ну? Так! Вы так не отвертитесь просто. Мы у вас нашли в кабинете вот камушки. Ага. Пожалуйста, денег. Столько, что 3 месяца считать надо. И еще ваш сын сбил человека. Вы арестованы. Яночка, код 112. Одну секундочку. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой. Большое вам спасибо за то, что вы сохранили наши пенсии. Вы знаете, пенсии за 15 лет всего района. Дай Боже вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Я их забираю. Конечно, конечно. Вот видите, пенсии. Пенсии. До свидания. Егор Григорьевич, наша вам с кисточкой. Здравствуйте. Ой, спасибо. Спасибо, что сохранили наши камушки. Это ваши бриллианты? Ну какие бриллианты? Это слезы всего еврейского народа. О чем вы говорите? Я тот мужичок, которого ваш сын на перекрестке сбил. Как вы мне помогли? Я же раньше такие горбатые ходил, а потом он мне раз и позвонок справа. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Поздравляю, с выздоровлением. Спасибо. Счастливо. Ну, что скажете? Вы думаете, мы на вас управы не найдем? Не думаю. Знаю. Пойдем какого-нибудь коррумпированного мента в мусорку кинем. Нет. Вот это правильно, ребята. Удачи! Новая депутатская мудрость. Если голосовать за законопроект о земле правильно, то можно заработать денег на ее покупку. Мы не могли пройти мимо самой актуальной для украинцев темы – открытия рынка земли. Нам обещают не продавать главное богатство народа без референдума, а пока обсуждают это с какими-то непонятными экспертами. Смотрим. Внимание, эфир. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Говорим о главном». И сегодня мы обсуждаем самую актуальную тему этой осени – продажа украинской земли. У меня в гостях эксперт по продаже земли, историк, коренной житель США Алоэ Каланхойвич Чингачгук. Добрый вечер. И наш эксперт из Израиля, специалист по поиску лучшей земли, я бы даже сказала, земли обетованной, Абрам Моисеевич Рукомойский. Шалом в хату. Начнем, пожалуй, с вас. Скажите, пожалуйста, какое у современной индейской молодежи отношение к тому, что ваши предки продавали землю? Я не знаю. Когда мой прадед, мудрый филин, подписал бумаги, с тех пор моего деда называли сын долбодятла. Меня все кличут правнук долбодятла. А зато сейчас ваши соплеменники могут свободно продавать и покупать землю? Могут. В горшочках для цветов. Но в итоге индийский народ что-то выиграл от продажи земли? Наверное. Но мы бы хотели отыграться. Спасибо.
Абрам Моисеевич, да. Вопрос к вам. В социальных сетях гуляет новость, что Кнессет Израиля выделил 82 миллиарда долларов для покупки украинской земли. Как вы думаете, это правда или все-таки фейк? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это фейк. Спасибо. Фейк, что именно 82 миллиарда. Надо гораздо больше, просто они пока жмотятся. То есть, по-вашему, факт выделения денег возможен? Нет. Понятно. Но, поверьте, если уже начались движения, значит, кто-то что-то задумал. Но с другой стороны, если бы деньги уже выделили, мне бы уже позвонили. Понятно, спасибо. Алло? Да вы шо, 820? Понял. Это... Не, это пришла платежка за коммуналку. В нашу студию пришел первый звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Доброго вечора. Вікторія Українка, Херсон. Хотіла запитати, чому в студії нема жодного експерта з України? Ну, ви знаєте, в даному випадку від них уже нічого не залежить. Или з ними вже договорились. Нет, не поэтому. Давайте продолжим с вами. Алой Каланхоевич, вернемся в вашу историю. Скажите, решение продавать землю было принято на индейском референдуме? Нет. Белые люди сказали, так будет лучше для всех. Слушайте, ну вы же могли отказаться. Могли, но тогда у нас в стране было, как сейчас в Украине. Нам разрешили играть в азартные игры, покупать продажных женщин и пить огненную воду. Абрам Моисеевич, из вашего опыта скажите, какие могут быть проблемы в вопросах земли? Ну, вы знаете, основная проблема – это арабы. Арабы? Ну да. Землю можно купить, землю можно продать, но арабы – это жесть. Я хотела спросить, какие могут быть проблемы у украинцев в вопросах земли? С арабами? Я думаю, никаких. Проблемы украинцев в вопросах украинской земли. А, вообще никаких проблем. Продаете землю, переезжаете в Израиль, оформляетесь в посольство. Так, я спрашиваю про украинцев, которые останутся. Ну, вы знаете, я думаю, что проблем с землей у них не будет. Вы уверены? Ну, конечно, 100%. Нет земли, нет проблем. Будут другие проблемы, но уже не с землей. У нас снова звонок. Добрый вечер, говорите. Доброго вечора. Вікторія Українка, Черкаси. Скажіть, правнук Долбодятла, ваше плем'я стало багатшим після продажу землі, як обіцяють українцям? Не понял вопрос я. Я понял вопрос, давайте я отвечу. Она имеет в виду, что они продали свою землю за зеркальце и бусики, правильно? Ну, думаю, да. Ну вот, но украинцы это же не индейцы, правильно? То есть их так просто не обмануть? Не, я имею в виду, что индейцы хоть что-то за землю получили. Послушайте, но ведь и украинцам обещают тысячи долларов. Мы тоже продавали землю за доллары, но после инфляции делали из них бусики. Кстати, Алой Каланхоевич, скажите, вот вы сейчас живете в резервациях. Это случайность или все-таки это как-то связано с продажей земли? Нет, мы так на референдуме посчитали. А вы хотели сказать, решили? Нет, решили мы другое. А организаторы референдума посчитали, что мы теперь должны жить в резервациях. У нас звоночек из-за рубежа. Давайте послушаем. Говорите. Алло, здрасте. Это Андрюха из России, матушки. О, вспомни референдум, вот он и появится. Так вот, русские никогда не продавали свою землю. Да, мы знаем. Вы просто делали долгосрочную аренду, да. Аляску американцам, Сибирь китайцам, Москву армянам, да? Что ж вы, братья наши меньшие, творите, а? Вот продадите свою землю, и все, потом даже унитаз себе купить не сможете. Послушайте, а вы не могли бы их просто вернуть?
Скажите, а что, Россия тоже заинтересована в покупке украинской земли? Не, в покупке нет, а вот взять на халяву — это не всегда пожалуйста. И вообще, вы знаете, я понял, что у народа Израиля и Украины очень много общего. Стрёмные соседи. А давайте сейчас вообще поговорим о том, как будет определяться стоимость земли. Как вы думаете? Послушайте, стоимость определяется не деньгами, а временем. Мы свой участок искали 40 лет. А оформить его в собственность могли только 70 лет назад. Но, с другой стороны, земля каждый год дорожает. У нас снова звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Доброго вечера. Вікторія Українка, Біла Церква. Скажіть, а Ізраїль теж продає свою землю? Ні, Ізраїль за неї бореться. Тому що землю можна продати один раз, а от урожай можна збирати кожен рік. А в нашому випадку два рази в рік. Але тут не тому, що менталітет, просто з погодою повезло. Так чому нас так агітують її продавати? Послушайте, милочка, кто вас агитирует? Большинство стран в мире свободно продают землю. Почему вы, украинцы, так этого боитесь? Ну, есть такое мнение, что украинские земли засеют ГМО-продукцией, и вообще иностранцы не будут бережно относиться к земле-кормилице. Кстати, у нас есть видео из Центра по изучению ГМО в Украине. На связи Янина Войтович, специалист по ГМО-продукции. Здравствуйте, Яна. Добрый день! Хочу вам сказать, что продукты ГМО, они прекрасны. Вот я сама 10 лет их употребляю, и все со мной хорошо. А те, кто говорят, что ГМО вредно, это все лживые журналисты. Все, пока-пока! И все-таки, по вашему мнению, когда начнется продажа украинской земли? Ну, вы знаете, я думаю, тогда, когда перестанут продаваться чиновники. Но тогда и можно будет. Но с другой стороны, в случае Украины, тут, скорее всего, ответ – никогда. Добрый вечер, Виктория Украинка! У вас такая цікава передача, что я с Херсона прибегла. Это прекрасно. Давайте спросим у народа. Как вы думаете, Виктория, сколько будет стоить гектар украинской земли? Я, кстати, уже готов записывать. А скажите, будь ласочка, в какую сумму вы оцениваете життя ваших батьків? А при чем тут мои родители? Добре, тоді скажіть, скільки коштує життя ваших бабусь та дідусів? Я прошу прощения, это что, какая-то формула? Или древняя загадка? Я, например, считаю, что жизнь человека бесценна. Чудово! Тоді беріть калькулятор и порахуйте, скільки коштує земля, якщо за неї віддавали своє життя наші діди та прадіди, а зараз віддають наші чоловіки та брати. Мовчите, так? Ми хочемо, аби до нашої землі, до нашої годувальниці ставилися з повагою. І щоб всі люди на світі розуміли те, що колись казав мій дід. Коли зрубають останнє дерево, коли отруять останню річку, коли вб'ють останню тварину, тільки тоді зрозуміють, що гроші неможливо їсти. Ви знаєте, на самом деле можна. От вчора у мене був обиск, і я сразу з'їв 20 тисяч доларів. А что интересно, потом вышло 30. Вот это я называю грамотная инвестиция в себя.
край, любимый край, заветный мой, край, где мы все продали с тобой. За валюту выгодно продали и набрали миллиард долгов. Фабрики, заводы, города, самолеты, порты, поезда. Все за 30 лет мы распродали, осталась лишь одна, непроданная осталась лишь она. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, луга и поля. Ты Богом на счастье всем людям дана, теперь и у счастья своя есть цена. Родная, родная, родная земля, родным европейцам уйдет с молотка. А нам, украинцам, табак и бокал, налог с ипотекой, плюсы и квартал. Если черноземы распродать, может, и протянем мы лет пять. Тогда оставим нашим детям еще один ресурс, родная украинская вода. Родная, родная, родная вода, озера и реки, ручьи и моря. Откроется скоро здесь рынок воды, и очень богатые будем рабы. Родная, родная, родная земля, за ней будет сразу продажа селян. И строй феодальный воскреснет в селе, держава в смартфоне, а люди в дерьме. Много стран на белом свете есть, депутатов, где настигнет месть. Только мягче места не найти, чем та земля, что здесь, чем та земля, что примет его здесь. Родная, родная, родная земля, 2 метра на метр и 2 глубина. А сверху на камне простые слова: полютное царство и пухом земля. Родная, родная, родная земля, народу досталась в кровавых боях. Ты не для продажи, нам Богом дана, одна ты на свете и в сердце одна. Дизель-шоу. Мужчина пошел на вечер выпускников в класс своей жены и узнал, что на самом деле ее первая брачная ночь произошла на выпускном. Итак, встреча выпускников. Просим. Алло, дорогая, да, это я. Представляешь, на сегодня банкет заказали. Ну как банкет? Вечер встреч выпускников. Да какой мой, ты что? Я бы на свой не пошел никогда. Там одни придурки учились. Надеюсь, я сегодня не поздно. Целую. У меня в классе только одна нормальная девочка была. Наташа. Так. Мужчина, этот стол занят. Дятел! Дятел! Не может быть! Ты что, дятел? Это ж я! Саня, дуб, вспоминай, ну! Я вас не знаю. Дятел, долгони штукарь. Завтра отдам. Завтра не моя смена. Ну, значит, не отдам. Ну, вспоминай, ну я ж тебя головой в туалете... Я вспомнил, вспомнил. Что заказывать будете? Что с тобой взял, то и буду. В это заведение со спиртными напитками нельзя. Ой, ты прямо сейчас как наша училка сказала. А что это у тебя, что это?
Евгений! Дятел! Так ты Евгений! Капец! Ну давай, дятел Евгений, присаживайся. Выпьем с тобой за встречу, ну заодно и за знакомство. Мне нельзя, я тут работаю. Кем? Догадайся. Директором? Полотенцем? Да ладно. Ну ты дуб. Я теперь понял, для чего нужен был красный диплом, золотая медаль. Ради бейджа и полотенца! Слушай, если ты работаешь, так может, долганешь, штукарь? Не, я же не себе, просто сегодня Натаха придет, а я хочу ее с порога встретить и всю шампанским облить. Кстати, почем у вас советская? Натаха? Дунайская? Я сейчас. Алло, дорогая, представляешь, банкет затягивается до утра. Да, я один на смене. Меня не жди, ложись спать. Да. Хат, дятел. Ну. Дай хоть первую букву, а? Первая буква «Н». Назаренко! Вторая «И». Нефёдов! Идем дальше. «К». Никак тебя не вспомню, братан! Честно. Сашка, как был дубом, так дубом и остался. Никишин! Жека! Господи, я ж за тобой 10 лет сидел! Тихо-тихо-тихо, не поворачивайся! Да, я хоть на тебя налюбуюсь! Я ж все твои волоски наизусть помнил! А ты лысеешь уже, Никишин! И жвачка по-прежнему у тебя на башке. Где жвачка? Это шучу я. Жека. Конечно, лысею. 20 лет прошло. Ну да. Ты как в 10 классе пропал, так... Обстоятельства. Кстати, долгони, штукарь. О, точно! Ты тогда так и сказал. Долгони, штукарь, иначе сяду. Рассказывай, где 20 лет пропадал. Ну, где... Короче, долганул бы тогда штукарь, чаще б виделись. Слушай, Жека, а чё ты так вырядился, как на свадьбу, а? Как чё? Сегодня же Натаха придёт. Дунайская! Дунайская? Дунайская! Подожди, я когда с ней встречался, она была так... Дунайская? А, точно. Ты ж в 10 классе сел. Ну, не за мной, а вообще. О, у нее в 11 как бы и все и началось. О. Не знаю, то ли капусту есть начала, то ли гирьки привязывать. О. За ней весь класс ухлёстывал. Даже бабы. О, Никишин, привет. А Натаха уже есть? Не, Натаха еще не приходила. Это кто? А, это Сашка Дуб. Первый парень Натахи. Саня, Дуб. Олег Петрович. Че так официально? Депутат? Физрук наш. Так я, получается, не один Натаху за попку на канат подсаживал, да? Получается. А че, его не помню? А у него это... освобождение от физкультуры. А так, видно, скажешь, здоровый парень. О, Санек, долгони штукарь, кошелек забыл, прикинь. Прям с языка снял. Капец. О, Олег Петрович, здрасте. Ха, дятел! О, Никишин, привет! Привет. А ты знаешь, Петрович, что дятел Евгений? Ну ладно.
Дятел-то Евгений, не стучи. Олег Петрович, а Натаха точно придет сегодня? Конечно, конечно придет. Я бы иначе и не приходил. Или ты что думаешь, я пришел посмотреть, как ты, дятел, за 20 лет стал еще дятлее? А вы помните, как я для Натахи цветы из клумбы воровал на выпускной? Он цветы воровал. Да я ради Натахи бананы в магазине воровал. А помните, как мы всем классом смотрели, как она эти бананы ест? Слушай, дятел, а у тебя в ресторане бананы есть? Намек понял. Несу. Давай, несы. Молодец. Так, мужики, давайте сразу на берегу договоримся. Сегодня Натаха идет со мной. Тем более у меня с ней было. Да ладно, в 10 классе? Конечно. Не, ну я же не сказал, что у нее со мной было. У меня с ней было. Ой, ну так у всех было. Ну. Я, между прочим, единственный из класса, кто с ней целовался. Целовался в щечку? Какую щечку? С языком. А вы, Олег Петрович? Да нет, ты что, я же учитель, статья. Зато на выпускном я ее почти. Что значит почти? Почти ее. Техничку. Бабу Нюру? Но представлял я в тот момент Натаху. Ой, ну так у всех было. Ну да. А же что тут очистил? Очистил свет, два кисточки, мельца надо купить. Золото тут там кисточки. Желаю здравствовать. Это же Егор! Ну, помните? Егор Бесенко. Бес! Ё-моё! Это уже в прошлом. Слушай, а нам говорили, что ты бизнесом занялся. Было дело сразу после рэкета. Но потом в какой-то момент понял, что не мое это. Что несчастлив я. Эти сплошные поборы, это налоговая. Пришлось Гелендваген за долги отдать. В общем, в какой-то момент решил посвятить свою жизнь служению в церкви. И чё? И сразу хорошо стало. Вот, видишь. Сразу прям так легко почувствовал моё это. Вот налоговую осветил, Гелендваген новый купил. Слушай, Бес, а долго не штукарь, а? Бог подаст. Скажите, други мои, а Натаха в миру Дунайская, она уже появлялась? Подожди, Егор, у тебя что, с ней тоже было? Почти. Она ко мне, когда на исповедь пришла и рассказ свой кончила, то я и чуть ли грех прямо в церкви не совершил. В общем, я здесь, чтобы закончить начатое. Где она? Слушайте, мужики, так у нас не вечер встреч выпускников, а вечер свидетелей Натахи. Нет, никаких свидетелей, это конкурирующая организация. Я вам хочу сказать сразу, Натаха сегодня поедет со мной. Чего это с тобой? Да я, между прочим, у жены официальное разрешение на измену с Натахой получил. Ой, да ладно, не звезди. Да чего, я фотографию жене показал, она говорит, будь мужиком, она бы тоже изменила. Короче, мужики, давайте так. Сейчас мы по штуке скинемся и поспорим, кто Натаху с собой забирает, тому и касса. Я согласен. Поехали, давай, так. Поскольку по тысяче? Да, по штуке, все по штуке скинулись. Хорошо, отлично. Так, стоп. Это что за фигня? Штуки не хватает. Кто не скинулся, а? Я сдал. А, это я не скинулся. Слушай, Бес, долгони штуку, я тебе завтра отдам. Попробуешь не отдать, за яйца подвешу. Хорошо. Так, все. Так, я сейчас... Танец закажу,
Один танец и Натаха моя. Ой, танец он закажет. У меня, между прочим, 2 билета в кино есть на последний ряд. Места с языком. А я буду Натаху брать природной красотой. Ты, дуб, на природу надейся. А сам-то не плашай. Женщины любят драгоценности. Большие драгоценности. Примерно такие. Вы прикиньте, если Натаха со своей подругой приедет. С какой? Ну, с этой. С какой? Подожди. Ну. С Оксаной? Оксаной. Оксана. Ну, Оксана, елки-палки. Оксана! Обезьяна! Косая, которую Егор портфелем по башке дубасил. Вот поэтому она косой стала, что ты ее портфелем дубасил. Ее ж на районе все собаки шугались. Еще говорили, кто с ней переспит, тот всю жизнь чухмариться будет. Не помню я ее. Да как не помнишь, Егор? Ну, вспомни, на выпускном ты напился и пошел ее до дому нести. Я все грехи свои замолил уже. Хватит об этом. Слушайте, как с этой Оксанкой Натаха дружила? Натаха по сравнению с ней была просто богиня. Да на фоне Оксаны даже баба Нюра была богиня. Это вы Оксану обезьяну вспомнили? Да. Которая мне палец откусила. Чего? На ноге. Так, мужики, хорош воспоминаний. Погнали за стол. Давай. Да, садитесь. Ну что ж. Так. Официант, мне стакан воды на отдельный счет. Вот знаете, за что я Женьку всегда любил? За то, что он самый принципиальный из нас. Да, помните, как мы все с урока ушли, а он один, кто остался? А помните, мы в туалете курили, а он нас сдал. Кстати, а помните, он на выпускном пообещал, а? Что девственность потеряет только с Натахой. Ну ты гнида была. А теперь мало того, что ты гнида, ты еще и балабол. Чего? Я до сих пор жду. Чего же я пришел-то? Да ладно. Че, за 20 лет ни с кем ни-ни? Мужик сказал, мужик сделал. Ты когда мужиком-то успел стать? Что? У меня, между прочим, с Натахой, да можно сказать, было. Да, мы еще в детском садике друг другу письки показывали. Слушай, Жек, вот Натаха придет, ты с этого не начинай. Хотя бы на танец ее пригласи. Слушайте, мужики, предлагаю первый танец Натахой отдать Жеке. Ему реально больше всех надо. А что это Жеке? Подождите, 20 лет терпел. Еще 20 потерпит. Сколько лет? Давайте выпьем. Давайте, друзья, давайте. Давайте, мужики, за встречу. Да за какую встречу? За Натаху! А вы чё это, мужики? Без меня, что ли, пьёте? Мужик, мы всегда без тебя пьём. Иди отсюда. За комплимент, конечно, спасибо. Не понял. Не, ну что мужиком назвали, значит, уже у меня все получилось. Ну-ка, поведай нам, кто ты, сын мой. Да вы что, мальчишки, я же одноклассница ваша, Натаха. Дунайская. Ну, вот это. Так, мужики, больше водку не пьем. Она паленая.
Ну вот и пришло это время прочитать эту книгу. Алло, дорогая, банкет закончился раньше, представляешь, еду домой. Может, пацаны, да вы чё, да вы чё, я же всегда себя чувствовал больше пацаном, чем девчонкой. Ну вы куда? Я же вас знаю всех, как облупленных. Так, ты облупленный, я не знаю, что тут за театр устроил, но у меня, между прочим, разряд по боксу. Олег Петрович, а помнишь, как ты вот этой шершавой ладошкой меня под попку на канат подсаживал, а? Помнишь? Лучше б не Оксана Бизяна руку откусила. Стоять! Санька, а ты бананы все время покупал, помнишь? Чтобы посмотреть, наконец-то, как я их ем. Сейчас увидишь. А то... Все, как, да как. Ай! Ё-моё! Толстый! Нет! Помнишь, как мы с тобой за гаражами целовались, а, Женька? Не-не-не, мы же в щечку, мы в щечку. Не, в засос. Нет. Язычками. Нет. Да-да. Остановитесь! Остановитесь! Бес! Нифига себе, ты что, останавливаешь меня? Главное, когда портфелем по башке за гаражами мою подругу бил, я тебя не останавливала. Гляди-ка. Била Оксану, а плохо с головой у Наташки. А ты... Тебя... Тебя... Тебя не помню почему-то. Слава тебе, Господи! Куда ты? Давай, мужик сказал, мужик сделал. Кто-то... Какой я мужик? Я гнида. Балабол. Следующая композиция звучит для девушки Натальи из 42-й школы, которую на танец приглашает Олег. Иди. Идите, Олег Петрович. Это другой Олег, другую Наташу из другой 42-й школы. Ну вы чего, мальчишки? Ну, давайте сядем, давайте выпьем. Ну, за стол, ну, прошу вас. А. Ну. Ну, расскажите, что у вас нового? Ну, пожалуйста. Боюсь, что наши перемены по сравнению с твоими... Рассказывать-то не стоит. А вы совсем не изменились. Сейчас я подпудрю носик немножко. Кошмар. Мне нужно выйти. Мне надо выйти. Это встреча выпускников. Я тоже. За Натаху. Предлагаю не чокаясь. Ребята! Одноклассники, привет! Это кто? А после Натахи это может быть кто угодно. Ребята, ну это же я, Оксана. Ну, помните, меня еще собаки шугались. Да из-за меня водку разрешили в школе продавать. Ну, вы же мне единственной на 8 марта бритву подарили. У меня же у первой из класса усы начали расти. Но у меня еще волосы вот такие были. А на голове короткие. Но Оксана... Оксана обезьяна! Да! О! Дорогая, ты уже здесь? Да, Зойка, прости, что опоздала, просто машинку не могла припарковать. Оксана! Ты знаешь, кто это? Вот он. Ну, конечно. Это мой любимый Сережа. Не знаю, не знаю. Ну, в смысле, моя бывшая подружка Наташа. Ну, мы просто любим друг друга. И
Наташа ради меня сделала из себя мужчину. А из меня женщину. Батюшка, да. Похоже, вы с портфелем-то в школе переборщили. Слышишь, Натаха или там это Серега, а что ты нас здесь вообще собрала, Алла? А знаете, пацаны, просто мы сегодня с Оксаной расписались. Хотели отметить это в кругу одноклассников. Да и ведь кроме вас это больше никто не оценит. Я тебя очень люблю. А я тебе никогда не буду изменять. Чё? Чего ржёшь, дуб? Жека-то наш до конца жизни девственником останется!